Озвучил Глеб Крицын для, грубо говоря, канал. Animation Workshop представляет. Прячется в полу твоем, внушает страх твоим детям и красит в красный дом. Холмы полны страшных слухов. О человеке в нем лишь мрак, в нем смерть, трудяга и тьма из ада. Он тащит несчастных туда. Покорись повелителю! Может, сам попробуешь? Одно гнилое яблоко, люди! Вот все, что нужно! Одно гнилое яблоко, и вся бочка испорчена! Вы хотите увидеть это яблоко? Так узрите! Прогнившее безвозвратно утерянное! А если нам не удастся уничтожить это яблоко, то кто будет виноват? Так уже было в городе под названием Сикам. Все были наказаны за грехи лишь одного человека. И наказанием была смерть. Гробовщик идет. За кем это он идет? Уж точно не за мной! Дети, стойте! Останьтесь со мной! Не оставляйте меня, дети! Нет! Нет, не уходите! Прости, отец. Нет, нет, нет! Нет, нет! Ах уж Библия, как ни нова, служи тому, кого зовешь ты, лорд. А гробовщик без Всевышнего, когда хочет, прибудет к нам в дом. Он приходит, и это значит, что кто-то вскоре умрет. И гробовщик не изменится, он дождется всех, кто помрет. Судьба, время пришло. Нет, нет спасения. Спасения не будет никогда. И мне это заслужит. Теперь кажется неминуемо. Надежды нет. Это не будет. Снова пришла в наш город. И никогда не расстрелишь. Лорд. Карай нас, тьма пришла в наши души. Пощади нас. Да, отец.
Всевышний проверяет нас, люди! 7 дней подряд мы мучаемся из-за того, что этот сын преисподней не признает повелителя! Как долго еще мы будем страдать от его проклятущих слов? Всевышний хочет, чтобы мы уничтожили гнилое яблоко! И с его душой в моих руках этот кошмар подойдет к концу! Да пусть тот, кто без греха, бросит первый камень. Чего же он ждет? Боже, нет! Это точно не я! Отец! Это все твоя вина! А гробовщик и руки не поднял, но страх сильней всего. Раз пришел, значит, кто-то сдохнет, но это вина не его. Как и тени страшных птиц, что кружат над головой. Так и гробовщик также связан со смертью, как нож с кровавым пятном.